Всем-всем привет! И у нас велопокатушки на велосипеде стелс-навигатор. Сегодня я отправляюсь в магазин, в зоомагазин, чтобы посмотреть аквариум за моей черепашки Даши, сколько стоит, если вообще, ну и все в таком роде. А чтобы веселее было ехать, я решил скатиться, проехаться по центральной улице города, улица Ленина, которая протяженностью, внимание, 5 километров, даже больше. Больше 5 километров. Ну что? Посмотрим. Я вообще в эти зоомагазины не хожу. И знаю только один зоомагазин. Это в Пирзальном районе. На улице Гагарина. Мне очень сильно нравится катиться по этой длинной горке. Очень длинной. Вообще здорово, конечно, катиться. Так, вот здесь стоят старые дома, двухэтажные, деревянные. Их еще, которые были построены еще далекие 50-е, 70-е. Вот они все еще стоят. Моя школа была 59 лет, вот учился, было весело. Совсем недавно установили лежать полицейских, ну, чтобы водители не разгонялись так сильно. И все-таки притормаживали. И тем самым могли не убиться. Пяток оперы Урала. Пяток музыки, драмы, комедии. Ну что ж, совсем немножко, совсем чуть-чуть мне осталось доехать, буквально подняться в горку. Это наш магазин Юга, он все еще стоит и работает. Первая поликлиника, одна из самых первых, она сейчас носит название поликлиника номер 1, не хухры-мухры.
в этих домах живут пожилые люди, пожилые бабушки, дедушки. Зоомагазин Лагуна. Один из самых лучших магазинов нашего маленького городка. Мы сейчас пришли смотреть сюда аквариум. Аквариум. Ух ты! Сколько всего! Вот он. Поехали. Ну что ж, аквариума для черепах у них нет. Поэтому что мы? Поэтому можно купить обычный аквариум за 1000, но не меньше, не больше, то есть. И спокойно ее туда запустить. Ну что, пора возвращаться домой. И с нормальной, со стабильной скоростью я поехал домой перерабатывать сегодняшний день. Это мне тоже дорога очень нравится. Да. Потому что она уже ближе к дому, уже как-то уже все роднее. И она проходит мимо вокзала. ЖД-вокзал и автовокзал, куда уходят электрички и автобусы в сторону Тагила и Екатеринбурга. И в сторону Невьянска. Ну что ж, видимо, у детей закончились занятия. И они пошли домой делать домашние уроки, кто на секции, кто куда. Ну, жизнь ребенка очень них не веселая. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Досмотрели это видео. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. Пока. Я вас люблю всех. Пока.